Всем снова привет, подписчики. Это продолжение прохождения Готики. Готики, а не котики, как послышал тот безухий, про которого я вам уже говорил как-то. Ладно. В прошлый раз мы собирались отправиться в земли орков, но у нас ничего не вышло. Я решил, что слишком слабый. Ну, точнее, в кладбище орков. Поэтому я решил немножечко тут прокачаться. Мне надо получить хотя бы третий круг магии. Поэтому давайте опыт зарабатывать. Тут начинаются земли орков, поэтому давайте-ка мочить этих орков. И их гончих тоже. Вон уже там несколько орчих гончих. Всех вместе их лучше не надо. Лучше подманить к себе одну. Ну или двух, в крайнем случае. Нам и одной хватит. Давай, лезь, 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 лезь. Надо отвести ее подальше. Все, вторая отошла. Наброситься. Промазал. Попал. И набросились сразу все. Этого-то я и боялся. Я повержен. Ладно. За зельями. То мне нечем жизнь восстанавливать. Я тут еще не убил ту одну гончую. Вот эту. А, все, идемте уже. Не хотел бы я больше не хочу слышать это.
Привет! Ты говоришь... Конечно! А, нет. Ужас. Я же не поспал. День-то еще новый не наступил. Мне уже надоело это слушать. Чтоб он рагу-то дал. Ладно. Нам туда. Знаешь, Жан, проблема, это не мое дело. Не хочу ввязываться. Знаешь, я не могу вмешиваться. Это есть. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Во имя... Чем платить? Это же не мое дело. Больше этого да особо-то нету. Что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Что-то не то в этой истории. Thank you.
мне сразу две проблемы не нужны. Сейчас уже только будет орк. Вот с ним-то уже дело будет обстоять потруднее. Ивовый лук. Шкура мракориса. О, сундучок. Тут много всякой прикольной фигни. Так, у меня теперь новый лук покруче этого. А вон и первый орк. Перед...
битвой с ним надо жизнь восстановить, и лук у меня действительно крутой. Тем более там еще с ним гончая. И он набросится вместе с ней. Ладно, попробую пристрелить гончую. Или орка. Попал. Срочно убегаем. Я знаю, как надо мочить орков. Пока он пытается, я его и мочу. Сожрёшь. И чё? С неё ничего нельзя собрать? Странно, а как же шкура и когти? Непонятно. Съедим всю голубику. Еще три раза, чтобы обучиться третьему кругу магии. Ладно, попробую обучиться хотя бы второму. До второго-то мне только один уровень остался. Вон орк. Осторожно, здесь орков много. Ой, вон там орк. И на этот раз уже воин. Солнце слепит глаза. С этими чуваками надо быть осторожнее. Тем более они сразу все нападают. Лучше уматывать от них прыжками. Так. Залезаем от них в наше укрытие. Собака! Как он меня отлупасил! Ублюдок! О! А где он? Вот он где! Вот ты и убит. Похоже, сам до меня добежал только один. Конечно, все прямо как в жизни. Солнце глаза слепит по-настоящему, хотя и нарисовано на компьютере. Так, там до него они не добрались, а то иногда баг такой бывает. Они застрянут где-нибудь, а потом залезут неизвестно куда. А потом вдруг падают с высоты и разбиваются насмерть некоторые враги. У меня бывало такое. Это либо баг, либо какая-нибудь странность в управлении. Вот.
Горчья Гончая. Я ж говорю. Еще одна странность. Вон, адка Горчья Гончая была. Ну давайте ее завалим. А, там еще. Понятно теперь, откуда она. Они тут. Это они вон оттуда бежали. Вот, пример. Бабка, которую я вам сейчас рассказал. Ну ладно, давайте мочить эту псину. Да ты и есть собака. О, наконец-то. Трофей. Ладно, попробуем замочить следующего орка. Они хотя бы опыта много дают. На кладбище орков их там много. Да, орки эти здесь остались. Так, уматываем. Эй! Ты чё? Придурок! Попал. Да независимо от того, на каком-то расстоянии в орка ты всегда попадешь. И он всегда на тебя набросится. Ладно, попробуем залезть в наше укрытие. Один прекратил преследование. Что ж, это нам на руку. Нам же лучше. Эй! Куда идешь, дубина? Вот он я. Эй, дубина! Ты, дубина! Сюда лезь! Ой! Да не нужны вы мне вдвоем. Оба дубины. Ну, орки, конечно, не настолько тупые. Просто они враждебные. Не все, конечно, у нас тут пока один труп. Да вы... Сказанул бы я пару ласковых. Да вот только... Публично не собираюсь. Все-таки это не особо хорошо. А точнее, плохо. Кто-то может специально материться публично в Ютубе, чтобы смешнее было, но я не могу. Все-таки это некрасиво. Давай, лезь сюда. Иди сюда, ты говно собачье. Ты ублюдок. Короче, они мешают друг другу залезть. Они так не залезли. Поэтому они могут залезть. А, да что с вами, ребята? Thank you.
залезает сюда. О, смотался. Зашибись. Смотался, орк. Ну, теперь завалить-то тебя будет проще простого. А я подберу твое оружие. Хороший орк, мертвый орк. Ну, за исключением Уршака. Так будет так зовут нашего друга, который скоро станет нашим другом. А пока что он один из орков. Ой, вечереет. Так, кстати, а где орк? Он там что, тоже? А, он там где-то носится и сейчас свалится. Хрен знает откуда. А, вон он. Давай, иди сюда. Поверимся с силой. Ай! Вот черти. Да, скоро тут стемнеет. Жаль, что я еще следующий круг магии не изучил. А какой там круг магии нужен для руны света? Третий? Первый? Так чё ж я его не использую? А тут уже второй. Не, мне кажется, для огненного шара третий. Не, мне надо все-таки огненный шар тоже использовать. Надо хотя бы третий круг получить. Ну, может, и второго достаточно будет. Мне кажется, второго будет достаточно. Так, ну и куда там подевался этот орк? Где он там мечется? О, вернулся. Да их тут еще и двое. В придачу. Лучше смотаться отсюда. Пока. А, поздняк метаться заметили. Смотаться. Орки наверняка уже там. Да. Двое. Oh!
тут появились? Отлично. Как они вообще тут умудрились появиться? Их же здесь только что не было. Да, кстати, не собрал до сих пор. Хотя бы магии жахнуть. Ой, да им это вряд ли что-то снесет. Им больше огненный шторм сносит, или хотя бы огненный шар. Вот, нет уже здесь орков. Вот! Значит, надо подождать, пока эти орки материализуются. Вот три слова, хотя я это умею. Материализуются, вот. Попробуем хотя бы уж второй круг получить. Там еще одна магия будет. Кулак ветра. Хотя бы тоже кое-что. Ну где вы? Хватит и второго круга. И тогда уже можно будет отправляться на кладбище орков. Но это в следующей части будет. А прохождение к концу не подойдет, пока я новый уровень не получу. А времени-то у меня не особо много. Сегодня нам просто в школу-то позже надо идти. Но время-то все равно подгоняет потихоньку. Вот сейчас 9 часов. Ну, потом, когда я выложу, это в другое время. Вот сейчас, когда все это 9. Ублюдок. А в школу мне примерно надо прийти. Надо приходить к 4 уроку, а сейчас еще пока даже первый не закончился. Эх, я балбес. Сейчас же еще даже первый пока не закончился. Но время-то у меня все равно пока еще есть. Так. То есть, если в 9:10 заканчивается у нас... Уйрок, не обращайте внимания, это я так не вставлю. Может и так. Так. Второй у нас начинается когда...
10 часов он заканчивается, этот самый второй урок. В 10:50 заканчивается уже третий. То есть мне надо в школу к 11:10. Ну, это край. Я пойду, наверное, к 20 хотя бы. Ладно. Все, у нас другие дела. Надо все-таки... Надо выгнать его на ровную площадку. Там, кажется, легче. Все, вот здесь уже ровненько. Это с какого хрена? Да, орки они те еще гады. Да, конечно, все прохождение тут состоит из того, как я пытаюсь кого-то убить. У кого-то, может, это и полегче получается, но тут вот так вот. Бе-б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 е. Давай, иди сюда. Ублюдок. Мочить, он даже не взмахнул этого, мол, топором своим. Снимается, прежде чем он взмахнет. Да, и сохраниться лучше отсюда, чтобы долго к этому орку не бежать. Придумал. Попробую из укрытия. Жизни осталось, но я его сделал. Сколько мне еще там до следующего уровня? Ай, да вы издеваетесь, что ли? Нужны трофеи, чтобы было что продавать. И руда. Мне нужно запастись рудой. Вон орчье гончая. Их там и орки. Надеюсь, она сейчас не начнет жрать ее.
Точнее, надеялся, чтобы она это сделала. А, хрен с вами. Ай! Но я еще жив. Да, только я ее завалить не смогу. Лишь бы она сейчас ушла. Но она меня сейчас будет жрать. Уйди отсюда, ба. Хватит уже жрать. Все, вот теперь она меня уже добила. Сейчас тут лучше поосторожнее их мочить. Ладно, мне кажется, что если я еще замочу вот этих гончих, да еще тех орков, то опыта у меня будет как раз хоть куда. Здоровье и сражаться с гончими поосторожнее. Так, чтобы они мне ни единой раны не нанесли, надо постоянно блокироваться. Перескочила опять. Это как? Ядарит, мадарит. Да, сочи. Меньше. Ксель-моксель. Что там? Короче говоря, все яблоки в одной корзине. Нет. Все гнилые яблоки в одной корзине, скорее всего, это в кладбище орков и в храме спящего, куда мы пойдем ближе к концу игры. Ну, еще в городе орков, где этот самый храм находится. Да, только в храме спящего там зомбари, они живые орки. А живые орки это... Они собираются обычно в своих землях. Кладбище орков, их там еще тьма тьмущая. Ну и еще. Где там? В городе орков. Они меня сожрут. Да, как-то я тут на рожон полез, не запонюх табаку. Подкрадывается пока только одна. А, нет, две. Все, можно отойти подальше, тогда одна уйдет. А лезет только вторая. А, вечереет. Хорошо, что у меня есть заклинание света. Опа, дождь пошел. Разок, ну, ладно.
будет снова покупать зелье. Хорошо, что теперь у меня есть чем платить.